Ребята, всем привет! Посмотрите, что это. Записывал вчера вам шортс и говорил то, что у меня скоро будет инкубационное яйцо от новой породы перепелок. И вот эти яички. Узнаете, чьи? Это китайских расписных перепелов яйца. Они малюсенькие. Эти яички нам отдали бесплатно, но без гарантии на вывод. То есть не факт, что из них кто-то выведется. Они там вообще продают взрослых птичек, пары. Но я попросил яички, они нам отдали, так сказать, бесплатно. Смотрите, три яйца тут надколотые прям. Я их, скорее всего, воском подклею и заложу, как бы яички ценные. Тут 17 яиц. Вот здесь вот так трещинки не видно, но при просвечивании видно микротрещины. И вот эти вот вроде хорошие. 11 яичек. Они прям маленькие. Сейчас вам покажу по сравнению с обычным яичком. Это яичко виргинского перепела. Но оно и то меньше обычного перепелиного яйца. То есть виргинские яички, они чуть мельче. Но вот, уже видите разницу? Я еще сюда вклею фоточку сейчас. И покажу, какие они на самом деле по сравнению с обычными яичками. Неожиданно, знаете, я не планировал себе их брать, но нашел объявление, написал, и так получилось, что еще и бесплатно. И как бы решил, почему бы и не взять. Буду еще дозакладывать в нашу совместную инкубацию. Все подряд будет у нас там. Ну, придется вот и этих малышей инкубировать. Надеюсь, что что-то выведется. А сейчас я вам покажу самих перепелок. Вот тут вот, посмотрите. Сидят перепелочки китайские расписные. Они меньше попугая Карелы. Я вам вот так вот скажу. Они малюсенькие прям, особенно самец. Это природный окрас. Но сразу говорю, это не мои перепелки. Они сейчас у меня. Но это мы купили... В общем, другу. Он себе тоже хочет таких перепелок. И поскольку мы ездили туда за инкубационным яйцом, и также взяли вот ему перепелок. Их сегодня он заберет, просто пока что вот они у меня тут сидят. Они прямо малюсенькие. Девочка, вот и мальчик. Не бойтесь, зайки мои. Все. Вот для сравнения недельный цыпленок. Этому цыпленку неделька. Он больше, чем они. Они настолько малюсенькие, я не знаю. Надеюсь, что у меня они выведутся. Если вдруг не выведутся, то от этих перепелочек мне даст друг яички. И попробуем еще поинкубировать. Так, уходим. Все, эти яички я сегодня вечером буду каким-то образом дезинфицировать. Я не знаю, как аккуратненько тряпочкой протирать, потому что, видите, многие прям вот закаканные. Это вот лоток для обычных перепелиных яиц. А эти, видите, какие маленькие. Вот. Где тут что? Вот вытянутое какое-то. На тех буду заделывать трещинки. Ну, как бы яйцо... Ценно, и надо каждое попробовать проинкубировать и дать шанс. Все, эти сейчас вот чуть-чуть отдельно вот так вот положу, чтобы понимать, где они. Это с микротрещинами, их так и оставлю, ничего с ними делать не буду. А вот эти вот прямо с трещинками. Видите, вот. Вот. И на этом тоже, на третьем. Ну вот, тут небольшая. Ну все, пока что пусть лежат, я их закрою и поставлю тут. Сниму вам, наверное, как буду закладывать. Может быть, шортс небольшой запишу. Как бы тоже все снимать. Сейчас у меня очень много видео, которые нужно выложить. Все выходит с опозданием. В день приходится выкладывать по 2, то и по 3 видео, поэтому... Очень много разового материала сейчас, а бывает такое, что наоборот нечего снимать. Все. Так что будем надеяться, что у нас будут жить китайские расписные перепелочки. Вот тут цыплята мои.